но без возврата. Я покину родные края, уж не будут листвой крылатой надо мною звенеть тополя. Здравствуйте, друзья! В Москве в возрасте 56 лет ушел из жизни знаменитый музыкант легендарной советской и российской группы «Монгол Шудан», которую многие полюбили за исполнение песни «Москва», Вячеслав Ядриков. Внезапная смерть музыканта стала полной неожиданностью для его друзей и коллег. Владимир Пресняков на своей странице в соцсети написал: «Как же так, виделись всего пару дней назад, а сегодня с утра такая новость. Слава замечательный музыкант и прекрасный человек. Мы запомним его таким, как в этих песнях. Спи спокойно». Здоровье музыканта стремительно начало ухудшаться после трагедии, которая произошла с ним несколько лет назад. На него напали двое мужчин и женщина, которых он подвозил на своем автомобиле. Преступники отобрали у него все ценные вещи, а затем в течение нескольких часов душили и избивали. Чтобы спастись, Вячеславу пришлось притвориться мертвым. После этого он смог добраться до ближайшего поста ГАИ, а оттуда его госпитализировали на скорой. По словам врачей, ему крупно повезло, и он чудом остался жив. После этого Вячеславу пришлось очень долго восстанавливаться. Друзья сообщили, что причиной смерти музыканта стал микроинсульт. Напомним, что Вячеслав Ядриков входил в золотой состав «Монгол Шудан». Он участвовал в записи трех альбомов группы «Собственность – это кража», «Сплошь и рядом», «Естественный отбор». По словам коллег, Вячеслав пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив был на грани развала. Группа «Монгол Шудан» была основана в 1988 году Валерием Скородедом, и все это время он был и остается ее бессменным лидером. Первый концерт состоялся 1 апреля 1989 года, который считается днем рождения группы. Во многих песнях коллектива использованы стихи Есенина и Пушкина. Основной тематикой песен является тема гражданской войны. Концерты группы зачастую сопровождались драками и беспорядками, после чего их выступления попали под негласный запрет, а группа была занесена в черный список. Дата и место прощания с Вячеславом Ядриковым не сообщается. Коллектив объявил сбор средств на помощь семье музыканта. Приносим соболезнования родным и близким.